еще раз составы играющих команд. Наши гости, футболисты команды «Сокол», город Саратов, футболки «Синие». Вратарь, мастер спорта Юрия Крашидзе. Номер второй, мастер спорта Олег Стогов. Номер третий, мастер спорта Валерий Жабко. Номер четвертый, Олег Мусин. Номер пятый, мастер спорта Денис Кирбушин. Номер шестой, мастер спорта Владимир Заярный. Номер седьмой, мастер спорта Алексей Куценко. Номер восьмой, мастер спорта Владимир Лебедь. Номер девятый, мастер спорта Андрей Коновалов. Номер десятый, Кизо Джиладзе. И номер одиннадцатый, мастер спорта Борис Тропанет. Главный тренер команды «Сокол», мастер спорта, заслуженный России Владимир Федотов. Начальник команды Адель Саид. Тренеры Геннадий Кахиани и мастер спорта Анатолий Асламов. Бойцовская дружба, футболки белые. Вратарь Эдуард Тучинский. Номер второй Сергей Седов. Номер третий Сергей Андреев. Номер четвертый мастер спорта Алексей Большаков. Номер пятый Каплан Хуака. Номер шестой Беслан Гублия. Номер седьмой Евгений Калешин. Номер восьмой Виталий Васильченко. Номер девятый мастер спорта Дмитрий Воронин. Номер десятый Андрей Уваров. И номер одиннадцатый Дмитрий Петренко. Главный тренер команды «Дружбы», заслуженный тренер «Адыгеи» Сафирби Ешугов. Тренер мастер спорта Борис Литвинов. В команде «Вратарь» Юрия Крашидзе. В команде «Дружба» Сергей. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. Судья в поле, судья республиканской категории Анатолий Киселев, город Москва. Ему помогают судья республиканской категории Григорий Стивак и судья республиканской категории Алексей Ковалев. Оба судьи из города Тамбова. Резервный арбитр судья республиканской категории Сергей Белянкин, город Майкоп. Инспектор сегодняшнего матча судья республиканской категории Владимир Ключеров, город Челябинск. Пошел!
Thank you.
17. Вышли, вышли, все вперед! Мужики, играть ему не давай! Это матч ветеранов футбола команды «Урожай» поселка Тульского и команды Московского района. Игра состоится в поселке Тульском, начало в 15:00. Чемпионата России по баскетболу Суперлига 22 сентября во вторник. Хозяева поля баскетболисты Майкопского «Динамо» будут принимать команду «Арсенал» города Тула. Матч состоится в спортивном зале ДЮСШ номер 1. Начало игры 18:00. Приглашаем вас всех посмотреть этот интересный матч. Повторяю, состоится он во вторник, 22 сентября, в зале городской детско-спортивной школы номер 1. Начало матча 18:00. Субтитры сделал DimaTorzok.
Внимание! Замена в команде «Дружба». Вместо Беслана Кубли, номер 6, играет Алексей Филиппов, номер 14. Еще гол! Алексей Куценко, номер 7. Не будем, не будем!
Thank you.
Thank you.
Давай, 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 давай